эксклюзив на радио «Твоя волна». Владислав Медяник. Как выйти из конфликтной ситуации? А как выйти? Бесполезно орать, бесполезно драться, бесполезно. В любом случае нельзя агрессивно проявлять агрессию, потому что когда агрессия потом может перерасти в какое-то затмение, человек может и сгоряча, и чем-то ударить, и, не дай бог, и убить. И это будет и горе, и там это. Главное, нужно, мне кажется, нужно от любой конфликтной ситуации сначала грамотно, аккуратно уйти, чтобы остыли страсти, а потом вернуться к ней, сесть за стол переговоров, как бы, да, и все, сказать вот так, так и так. Па-па-па-па-па. И обычно вот такие спокойные разборки, они приводят к результатам положительным. Эксклюзив на радио «Твоя волна».